Дорогие эти горы, дорогие старшие наши, ветераны, те, кто после войны отлаживал народное хозяйство, кто пережил все трудности, невзгоды этого тяжелого времени. Сегодня, в преддверии праздника, мы постарались организовать для вас такой красивый, хороший день. Здесь будет и концерт, мы привезли артистов из Москвы, из Вологды. Сегодня к нам приехали заслуженные мастера спорта по футболу. И они будут нашим ребятам, которые будут с ними играть, показывать мастер-класс, они вручат им мячи символические. Вот они здесь, я знаю, вижу уже некоторых из них. Мы очень гордимся, что наши заслуженные мастера спорта по футболу откликнулись, что они всегда готовы приехать в глубинку и поучаствовать в мероприятиях с нашими детьми. Так, это тебе, да? Да. То, что я не смотрю, то есть а вот это... А это ты потом тоже красную будешь покрывать и белую? А тебе что? А мне вот такую же, так она... И лента у нас идет большая, да? Мастер-класс сегодня у нас проходит непосредственно по росписи керамической посуды. Мы уже неоднократно приезжаем сюда из Москвы. В прошлый раз мы расписывали тарелки керамические и майки. Сейчас мы выбрали символику непосредственно кружки для ветеранов. И, естественно, на тему военную. То есть это звезда, это георгиевская ленточка, это 9 мая, это, соответственно, цветы. А узор, который расписывают сейчас дети, кто-то придумал или он какой-то общеизвестный? Нет, на самом деле я индивидуально каждый раз на мастер-класс подготавливаю эскиз. То есть я подготавливаю эскиз, который вы можете увидеть, непосредственно разработанный на бумаге, и подготавливаю также образец, чтобы дети могли увидеть это уже воплощенный не на бумаге, а непосредственно уже на кружке. Я тут всего второй раз, и да, действительно, у меня есть дети, которые приезжали в прошлый раз, были на двух моих мастер-классах уже непосредственно. Мы уже хорошо друг друга знаем, мы уже общаемся, как будто преподаем, учимся уже давно вместе. А есть и новые дети, которые я вижу впервые. То есть в основном это с Вытегры, непосредственно с региона Вытегры, с разных семей. А какая дальнейшая судьба этих кружек? Эти кружки будут в дальнейшем подарены сами детьми ветеранам. В 12 часов у нас будет торжественное открытие, и детки подойдут, подарят ветеранам их непосредственно уже лично.